Важно привлечь к ответственности и наказать виновных, совершивших геноцид в Ходжале, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий. С таким лозунгом почли память жертв ходжалинского геноцида в Кыргызстане. На мероприятии, проведенном в Бишкеке, собравшихся проинформировали о трагедии, учиненном армянскими вооруженными формированиями против мирных жителей Ходжалы. Выступившие на мероприятии представители различных общин обратились в иностранные посольства и местные сообщества, в Кыргызстане, с просьбой дать объективную оценку этому событию, произошедшему в конце 20 века.